Всем привет, друзья! В этом видео вы узнаете, что мешает вам стать миллионером. Это видео не для всех, оно только для тех, кто очень хочет стать миллионером. А стать миллионером означает отказаться от стабильности, стажа, дивана и хейта к успешным людям. Поэтому хорошенько подумайте, нужно вам его смотреть или нет, потому что информация в ролике не для ленивых. И если вы все-таки решили отказаться от просмотра, не ставьте дизлайк, а просто закройте это видео. Потому что ставя дизлайк и закрывая видео, вы тратите в два раза больше времени, чем просто закрывая его. Инстардинг представляет 7 причин, почему вы до сих пор не миллионер. Первая причина – вы работаете не на себя. Конечно, нет гарантии, что если вы станете хозяином самому себе, то сразу же заработаете миллион. Но работая на кого-то, шансы заработать миллион ничтожно малы. Постарайтесь вспомнить хотя бы несколько работ с такой зарплатой в наших странах. Но не стоит завтра же увольняться со своей работы для того, чтобы запускать свой бизнес. Вместо этого попробуйте совместить свою текущую работу и свой бизнес и постепенно двигайтесь в сторону последнего. Таким образом, вы обеспечите себе финансовую безопасность и шанс создать свое собственное дело. Вторая причина. Вы избегаете рисков. Люди не становятся миллионерами, не рискуя. Но принимать риски не означает, что вам нужно инвестировать все свои деньги в один проект или глупо тратить свою прибыль. Однако принимать разумные риски – это стандартная ситуация в правильном инвестировании денег. Никто не становится богатым от получения процентов в банке. Миллионеры знают лучший способ для инвестирования своих денег. Бедные люди выбирают стабильность, миллионеры выбирают приключения. Третья причина. Вы не используете свои идеи. Никто не говорит, что каждый день у вас будет возникать идея на миллион долларов. Но для того, чтобы такая идея возникла, придется перепробовать кучу провальных идей. Придется очень сильно прокачать свой мозг, чтобы идеям пришлось откуда-то появиться. А для этого нужно много читать. Одни ваши мечты не приведут вас к богатству, чего не скажешь о действиях. Миллионеры не сидят целыми днями и не смотрят за тем, как другие достигают чего-то в этой жизни. Вместо этого они действуют и достигают своих целей. Четвертая причина. Вы неразумно тратите свои деньги. В современном мире любой среднестатистический человек может стать миллионером. Разумное распределение средств поможет вам сохранить и приумножить их. Но если вы неправильно руководите своими деньгами, то вряд ли станете миллионером. На начальном этапе каждая копейка должна быть у вас на счету. Вы должны вести учет всех своих расходов и доходов. Откажитесь на время от удовольствий и все свободные средства инвестируйте в свое дело. Установите начальный бюджет, определите свои цели и сроки. Пятая причина. Вы не ставите четкие цели. Люди, которые не могут поставить правильную цель, никогда не смогут делать деньги. Именно поэтому постановка правильной и точной цели – залог успеха. Бедные люди хотят побольше заработать денег, у них нет четкого видения своей цели, поэтому они дрейфуют от одной работы к другой. Миллионеры же ставят четкие и правильные цели, разбивают их на задачи и выполняют их. Такой подход поможет вам узнать, правильно ли вы используете свои деньги, тратите ли вы их на нужные вещи или нет. Если вы копите деньги с четко поставленной целью в голове, то вам будет гораздо проще не потратить их на окружающие соблазны. Шестая причина. Вы не вкладываете достаточное количество времени, усилий и энергии. Никто не сделал миллион, смотря телевизор или лежа в кровати по 12 часов. Ну, если только вы не счастливчик, выигравший в лотерею или получивший наследство. Стать миллионером – задача не для ленивых. Миллионеры считают свое время и энергию инвестицией. Они понимают, что не смогут получить немедленный результат, но готовы подождать, чтобы эта инвестиция принесла плоды. Бедные же люди не готовы ждать 2 или 3 года, пока их дело начнет приносить результаты, зато они готовы 40 лет ходить на работу. Старайтесь использовать каждую свободную минуту для достижения своей цели. Инстардинг советует каждый день работать над своей мечтой больше 1 часа. Меньше нельзя. И ни в коем случае нельзя пропускать дни. Седьмая причина. Вы не общаетесь с правильными людьми. Вы не станете успешным, если будете проводить свое время с ленивыми и негативными людьми, у которых нет целей и которые все время будут тянуть вас на дно.
Однако, если вы окружите себя энергичными, позитивными и успешными людьми, то сами будете меняться в лучшую сторону. Но на первых порах развить отношения с успешными людьми не так просто. Поэтому вашими наставниками должны быть книги, которые научат вас финансовой грамотности и созданию своего бизнеса. Также общайтесь с миллионерами через видео, статьи, аудиокурсы и семинары. Время, проведенное с правильными книгами и с людьми на семинарах, которые разделяют ваши цели, поможет вам стать успешным человеком. Друзья, огромное спасибо вам за просмотр. Чем раньше вы избавитесь от этих причин, тем раньше станете миллионером. Инстардинг это проверил. Если вам понравилась данная рубрика, поделитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать, и обязательно поставьте лайк. Всем пока!